Всем-всем огромный привет! Сегодня я зашла в Fix Price, сразу у двери увидела, что полки ломятся новым товаром, что очень много людей шуршат по этим полкам, сметают этот товар. И буквально с криком «Держите меня, семеро!» рванула тоже за своей добычей. Ну, на самом деле, конечно же, я шучу. Семерых не надо было, потому что наличие кошелька, оно тоже тормозит порой. И рамки ограничивает. Я сразу выстроила то, что мало интересно, и то, что касается питания. Это мною любимый чай Лисма. Одна упаковка, 25 пачек, 25 рублей стоит. Также постоянно покупаю пасты Collection, макаронные изделия. Тоже одна пачка, стоит 25 рублей. В ней 400 грамм, очень вкусные. Они из твердых сортов пшеницы, хорошие макароны. Впервые взяла вот такое овсяное печенье. Раньше брала, но в другой, по-моему, упаковке. Такое еще не брала ни разу. На ощупь мягкое, 600 грамм, но вот еще не дегустировала. Чай, овсяное печенье 50 рублей. Чай Тесс взяла зеленый с клубникой и ароматом белого персика. Открыла сейчас один пакетик, потестировала. Ну, как потестировала? Попила чай. Ну, вы знаете, мне кажется, там вот этого ароматизатора многовато. Я не люблю, когда слишком насыщенный. Но вот персиком пахнет, издалека клубничкой пахнет. Ну, ничего, неплохой. Я люблю все сладкое, а этот могу даже без сахарного песка. То есть, вроде сладко. Ну, и также взяла молоко «Мамуля». Молоко 55 рублей. Из всего этого одно молоко было 55 рублей. Ну, неплохое молоко тоже. Я беру его не так часто, потому что оно долго хранящееся. И если я была в магазинах поближе к дому, то беру там. Ну, получилось, что увидела в фикс-прайсе, схватила. Все, теперь давайте я вам покажу, что же я сегодня добыла. Буду показывать вперемешку новинки и то, что мы уже видели ранее. Так, давно в наш фикс-прайс не привозили вот эти салфетки. Это мои любимые салфетки, влажные, бытовые, универсальные, с натуральными эфирами цитрусовых, легкая быстрая уборка и придают блеск. Вот так открывается. Очень-очень вкусно пахнет моими любимыми цитрусами. 72 штуки в упаковке, без разводов, быстро протирают поверхности любых столов, полок, прямо вот обожаю. Как мы раньше убирали пыль тряпками мокрыми, это я не знаю. Теперь я прям перешла только на салфетки, настолько они мне вот нравятся. Классные. Рада, что наконец-то к нам в фикс-прайс их опять стали привозить. Следующее, что я взяла, так, я думаю... сильно интересного или с мало интересного начать. Но у меня осталось только сильно интересное. Вот такие подарочные коробки привезли, в которые я буквально влюбилась прямо вот, как только увидела. Вот такие они интересные. Корпус хороший. Тут написано «подарочная коробка». Сейчас я посмотрю, есть ли тут какие-то у нее размеры. Нет, никаких я размеров не вижу. Но вот так, сантиметров 8 точно. Вот моя ладонь, это бок. И вот так. Очень красивая. Давайте мы с вами... Она сама распаковалась. Значит, просится ко мне в руки. Так, сейчас я достану. Ну, как я тут... Не шуршань, я грохот устроила. Вот такая вот она красивая. Нежная-нежная. Одну я взяла себе, сейчас покажу вторую. Вторую я взяла в подарок. Глубокая, классненькая. Коробки я люблю. Нежной любовью. Я много рукодельничаю. У меня очень много разных мелких предметов, которые нужно куда-то складывать. И когда на рабочих полках стоит это все в красивых упаковках, то, конечно, очень приятно пользоваться, рука тянется и получаешь колоссальное удовольствие. Мне не так давно Танюшка Хорошева прислала бантики красивенные в разных упаковочках.
И я хочу эти бантики именно красивые сложить сюда. И будет у меня очень красиво. Вторую упаковочку я купила в подарок. Давайте я вам покажу. Вот такая вот красивая. Ну и вот такой дизайн. Очень красивая. Обе очень красивые. Прямо загляденье, а не коробки. Ну, давайте далеко от коробок не отойду. Покажу то, что вот буквально я влюбилась. Вот такая красота. Похожая, очень похожая на книгу. Даже вот, видите, эффект, вам видно или нет, страничек. Это шкатулка. Шкатулка, которая называется книга. Вот так вот она красиво очень смотрится. Я поставлю вот так одну и покажу вторую. И вот такая вот девушка. Одна сюда лицом, другая в ту сторону лицом. Дизайн был 3 или 4 вида, ну вот и все с девушками. Я взяла вот такие две. Также одну себе, вторую на подарок. Давайте одну откроем. Посмотрим. Это просто очень красиво. Вот, смотрите, прямо эффект действительно книжных страниц. И когда такая шкатулка будет лежать вот так у вас на полке, согласитесь, это не бардак, это будет очень красиво. И вот так вот она внутри смотрится. Но у меня вызвало буквально вот восхищение. Вот так вот. Очень прямо. Я такая радостная, что у меня есть эти шкатулки теперь. И коробочки, и шкатулочки. Давайте я вам еще одну радость покажу. Я и блокноты, это что-то неразделимое. Я увидела, правда, в 4 цветах они были. Я взяла 2. Розовый и вот такой салатовый. У них еще есть выбитые такие орнаменты. Тут вот так по краю идет выбитые цветы на угол. Видно, наверное. И идут вот такие внутри тесемочки. Блокноты. Ну, они сзади так запечатаны. 160 листов. Я вам так вот на словах скажу, а вы мне поверьте. Там крупная линейка. Листы светлые, белые и вот крупная линейка идет. То есть те, кто любит в клетку, то тут не клетка, тут линейка. Были еще нежно-нежно голубые и еще какой-то цвет. Я что-то уже забыла. Ну, в общем, 4 цвета, мне кажется, я там увидела. Не то сиреневый, не то фиолетовый. Топталась, хотела прямо все 4 взять, но цена кусачая. В любом случае, они того стоят, конечно, но цена кусачая. В любом случае. Так, это было по 99. Что еще? Еще я взяла по 99 рублей. Это уже своему ребенку фляжку. Увидели мы эту фляжку у Нафисы. Нафиса, огромное тебе привет и спасибо, что ты обратила внимание на нее. Ребенок у меня сразу сказал, что фляжка и он это неразделимо. Ему прям срочно нужно. В ней 142 миллилитра. И давайте я вам ее покажу. Я уже достала. Вот так она выглядит. Прямо она такая в одежке, в камуфляже. Вот так снимается. Такая внутри прям бархатка вот это, у этого камуфляжа. И сам колпачок или крышка откручивается и откидывается. Вот. Вот такая вот. Ну там не видно, ну как жестянка такая. Вот. Ребенок в восторге, конечно. Стоит, как я не знаю, сказала или нет, 99 рублей. Но я думаю, детская радость 99 рублей стоит. Вот. Зачем она ему, я не очень поняла. Но раз надо, срочно. Сказал, что будет у него для красоты стоять на его столе. Ну пусть так. Следующее. Давайте я вам покажу. Парфюмы. Парфюмы. Звучит, да? Фикс прайс. И парфюмы я купила. А чего это вообще? Может, туалетные воды это вообще? Сейчас скажу, что это. Туалетная вода, да, для женщин.
В общем, взяла я 4 аромата. Как я поняла из обзоров, там их было очень много на самом деле. В нашем фикс-прайсе уже смели все. Ну вот мне тоже надо было очень срочно. В общем, вот такие. Очарование сирени я взяла 2. Один себе, другой в подарок. Тот, кому я взяла, очень ждет, потому что очень хочет. Тоже любит аромат сирени. Смех смехом, но аромат бесподобный. Настолько приятный аромат сирени. Вау! Это моноаромат, действительно преобладает аромат сирени. Мне он очень понравился. Вот такое очарование сирени, прямо вау. Так, вот этот первый мой, второй не мой. И еще один я взяла тоже сирень восточный. Я просто не знала, какой взять лучше на подарок. Просто человек, это я давайте свой вот сюда отставлю, чтобы не перепутать. Человек, который, которому это куплено, очень любит сирень. И посмотрите, у нее даже ну, цвет разный. Этот розовенький, а это такая более насыщенная. Но вот открываешь, когда коробочки, то в коробочке через вот чувствуется аромат и очарование сирени меньше похоже на настоящую сирень. А вот этот вот восточная сирень, вот прямо вот сирень-сирень. Я бы себе тоже взяла, но там была такая только одна. Этих было 2. Поэтому, так как девочка, которой я буду дарить, она очень любит, ну поэтому я ей решила оставить. Себе я взяла, чтобы мне сильно не грустить, французский букет. Я его еще не пшикала, тоже вот так вот через открытую крышку нюхала, слушала. Слушала я, конечно. Мы же не нюхаем. Мы слушаем. Ну вот вкусный, он тоже вкусный. Очень аромат приятненький такой. Ну понятно, не Франция. Но ароматы приятные. Пусть 50 рублей, но вот если даже без смеха, они интересные. Так что я своими буду пользоваться. Еще забегу, если я там встречу еще аромат, я возьму. Потому что, насколько я знаю, можно там встретить и серебристый ландыш, и... Чего еще там было? Жасмин, розу и еще что-то. Вот. Так что можно еще делать набеги. Увидела я в этот раз, ну вот ценник, конечно, так залепит. Вот здесь давайте посмотрим. От фитокосметик, народные рецепты, густое мыло для тела и волос. Питательное, медово-облепиховое, золотое. Для бани. Бани у меня нет, у меня только ванна. Но я подумала, что золотое мне надо. Я дам блестящее, и все, что блестит, мне надо очень срочно. Вот я ее открыла, смотрите. Как тянется. Вот. Прям золото сплошное. Так, облепихово какое медовое. Карамельками пахнет. Вот чем-то таким сладким. Но блестит, конечно, бесподобно. Золотом переливается. Вот. В общем, вот такое вот мыло. Мне почему-то дико понадобилось, но пусть будет. И еще уже на кассе увидела большой привоз лаков для ногтей. Не смогла пройти мимо. Во-первых, в пустых баночках я показала, у меня закончился от Жан Мишель только в треугольных флакончиках прозрачный лак. Вот. Я решила, что мне срочно нужен снова прозрачный, потому что я говорила вам, что раз в неделю обновляю верхний слой, то есть стираю вот этот прозрачный лак сверху и покрываю новым, и снова у меня блесточки блестят. Поэтому мне он был очень нужен. И второй, который я увидела, мне в последнее время на блестяшечки потянуло. Может быть, заметили, я и Вейвон купила себе 2 таких вот блестящих лака. Вот, и сейчас я вам покажу этот на ромашке. Вот он. Последний. Вот.
Серебряный, да? Вот я Вейвен купила золотой. Нет, сиреневый. Не серебряный, а сиреневый. Вот я золотой Вейвен купила. Тоже он такой прям красивый-красивый. И вот такой я Вейвен купила. Так, где он? Вот он. Тоже смотрится симпатично. Но вот этот мне понравился очень. Так вот он смотрится. Прямо довольная я, что я его купила. Так, и последнее, что я взяла, уже видела я такое, такой светильник, «Звездное небо» называется в вашей комнате. Он стоит 99 рублей. Их три вида. Есть с планетами и звездочками, есть с звездочками и месяцами. И вот типа таких вот созвездий. Но я долго выбирала, какой мне взять, все-таки с планетами или просто звездное небо. Долго крутила, вертела, в итоге взяла все-таки с планетами. Давайте мы с вами его посмотрим. Светильник-ночник, проекционный, батарейки 3 ААВХУ. Они не входят в комплект, но нужны. Поэтому мы сейчас с вами его будем смотреть и открывать. Батарейки я тоже купила в фикс-прайс. Не было там алкалиновых, были только солевые. Поэтому я взяла вот такую вот пачку. И мы сейчас с вами посмотрим. Сам светильничек выглядит... Так, сейчас, чтобы он у меня... Крышку я соберу. Вот. Вот так вот выглядит сам светильник. Ой, опять крышка свалилась. Сейчас мы ее обратно вернем. Непрочно я ее закрыла. Она непрочно и закрывается, на самом деле. А ну вот, вроде закрыл. Вот. Вот так вот он выглядит. И сейчас мы будем вот сюда вставлять эти батарейки. Вот их тут три штуки. Поможет мне Максим, это мой сын. Это правильно, да. Так, вот у нас что получилось. Вот так оно светится. Выключи, Максим, свет, попробуем, посмотри. Вау! Как красиво! Вы только посмотрите. Давайте я пониже поставлю. Так, камеру мы сейчас с вами отвезем немножко. Ну, реально красиво. Сейчас я попробую вам показать потолок. Вот так вот. Представляете, вся комната светится. Там вон большая планета и звездное небо прямо кругом. Лампочка замигала что-то. У нас аж от радости-то. Ну, красиво. На самом деле очень красиво. Нравится. Не зря мы задержали вас. Я попробую вырезать, пока мы батарейки вставляли, лишнее. Так. Нет, не вставила. Ну ладно, включай, Максим, свет. Вот такой красивый светильник. Понравился, Максим? Очень. Да. Ну, чего ты хочешь сказать? Как раз у нас завтра будет планетарий. Да, вот он со школы пойдет в планетарий. Ну, в общем, обратите внимание, ну, достойный светильник. Если есть и детки в доме, мне кажется, они будут рады. Вот это вот на небо попадает сама планета. Очень красиво наверху смотрится, на потолке. И плюс еще мигает разными цветами. Красиво, довольная я. Камера в любом случае не передается ей красоты, она в темноте немножко теряется и не так ярко показывает, как оно идет на самом деле. Всем спасибо за внимание, надеюсь, вам мои покупки тоже понравились, потому что я осталась ими дико довольна, сижу довольная, такая улыбаюсь. Так что в фикс-прайс можно еще забегать, хоть цены там и уже кусаются, но тем не менее все равно можно найти что-то интересное и такое полезное. Всем до новых встреч и всем пока!